Він говорить, що журналістика – це одне з його основних покликань. Людина – авантюрист. Чому? Дізнаєтесь просто зараз. За ексклюзив, як завжди, ексклюзивний гість – блогер, журналіст, мандрівник Андрій Богданович. Вітаю вас. Привітаю. На ви, на ти, як зручно. На ти. В журналістиці ти з 1996 року, вірно? Раньше, где-то с 95-го, то 94-го года, потому что есть были, как мы с Сергеем Мамаевым познакомились, еще на телекомпании ТВ-центр, была такая кировоградская компания. Это было в гостинице «Киев». Очень странно. Мы играли в КВН, он в одной команде, я во второй команде, Вадим Мурованный и Юрий Смирнов в третьей команде. В общем, это большая кировоградская КВНовская тусовка, которая превратилась в журналистскую. И меня выбрали ведущим какой-то аналитической программы, по-моему, называлась «Цейтнот». Ну, вот у меня воспоминание, что мы как играли в КВН, так мы играли тогда в журналистику. И вот мы познакомились с Сергеем Мамаевым, он был моим редактором, и так вот на протяжении где-то 20 лет он продолжает быть моим редактором, я телеведущим на том или ином телеканале. Не набридло бути в журналістиці стільки? А тут така історія, що я то повертаюся в журналістику, то ухожу з неї, і тому, і навіть зараз я можу сказати, що я не в журналістиці, а десь около, тому що, з однієї сторони, я телеведучий, з іншої сторони, я блогер, з третьої сторони, ну, чистим журналістом я себе точно не можу назвати. Тим більше, що в професії телеведучого, вірніше, есть такая штука, когда ты пропускаешь через себя все те новости, о которых ты рассказываешь. К сожалению, этих новостей больше... Негативных. Да. Ну как, новость, она сама есть новость. Негативная, позитивная. Это с какой стороны посмотреть и для кого она. Но когда ты рассказываешь о катастрофах, о политике и тому подобное, о действительно темных каких-то сторонах, ты пропускаешь все это через себя. И ты устаешь, просто выгораешь. Через... Вот такое у меня было в 2007 году, когда я был... телеведущим на телеканале К1, и мне предлагали уже переходить на Интер на подробности, а я выбрал скетч-шоу «Украинцы офигенные» на ICTV, потому что это был юмор, это было другое. Я устал от новостей, меня это просто выжглось из середины. Просто. Тобто таким чином ты, можно сказать, відновлював свою энергию и... Ну, да, я не эзотерик и не... Ну, ты же разумеешь, что я маю на Да, увазе. Да, я отдыхал просто-напросто. Потом, когда юмор тоже с другой стороны, не то, что набредает, не то, что надоедает, он... как тебе в определенный момент запрещают заниматься юмором. Такое было в 2009 году. И ты переходишь опять в какие-то информационные истории. Ну, таким образом чередуешь и таким образом спасаешься. Тем не менее, телеведущий на телеканале «Киев». Передача сейчас, да. «Тижневик» на телеканалі ТВ5. Сейчас, да. «Тиждень підсумки». Угу. І ще встигаєш «Погляд» записувати для свого ютуб-каналу, так? CBN пускає. Коли ти встигаєш це все? Тому що жити і на Київ, і на Кропивницький, і раніше ти... Ну, взагалі, приходиться, звісно, з економічною ситуацією в країні, яка у нас... Для меня не меняется, в принципе, с 1991 или 2 года, когда мы получили независимость. Всегда мы выживаем. Не живем, а выживаем. Поэтому приходится там работать, там еще подрабатывать, там еще что-то и так далее. Поэтому, ну вот, у меня, да, я часто езжу, и вот в Запорожье, когда я езжу, то уже есть знакомая проводница, которая меня знает и собирает книги, которые оставляли в поездах. Ну, другие пассажиры, она мне приходит и говорит, вот посмотрите, пожалуйста, на этой неделе вот такие-то книги собрала, выбирайте, потому так что она видела, что... Обслуживание. Да. Она, вот она проводница, уборщица, это Винтерсити. Вот она выходит постоянно и заходит в Каменском, ну, в общем, вот такое. Велика частина твоего життя журналистика, зрозуміло, але навчався ты на факультете иноземных мов. Ну, да. Чому, як, чому потім журналістика пішла і чому обрав цей факультет? Які мови знаєш? Хороший вопрос. Наверное, досконально ні одного язика я не знаю. Ні русского, ні українського, ні англійського, ні німецького. Ну, досконало, мабуть, ніхто не знає. Ну, вот я об этом же, на самом деле. В журналістику я шел, наверное, со школы, потому что у меня был учитель українського языка и литературы, который мне очень... заинтересовал Остапом Вышнюю. И Остап Вышний – это и журналист, и писатель, и так далее. И вот я, начитавшись его, решил, почему бы и нет. Он хорошо пишет, и я так могу, научите меня. И вот он, учитель, он был у меня год учителем украинского языка и литературы. Я даже участвовал в какой-то олимпиаде
в районной олимпиаде я участвовал по украинскому языку и литературе. Там я победил. В областной я уже, мне было лень, вот это мне постоянно. Я начинаю работать, достигаю чего-то, мне лень чем-то заниматься. Вот. И в журналистике даже написал какое-то эссе и забыл. Потом, так как не было у нас в университете в педагогическом журналистике в тот момент, был выбор или историю, которую я обожал, или иностранный язык, к которому мне привили любовь. Это была Валентина Викторовна Грошева, учительница 6-й школы английского языка. Она просто ставила иногда песни, которые я любил. И мне стало интересно переводить эти песни. И «Битлз», и «Роксет», и тому подобное. И эта история в универе продолжилась, кстати. И вот перед 92-м годом был выбор. Или я поступаю на исторический, или на НИАС. У меня было два репетитора. Я ходил и на историю, и на НИАС. В истории надо было учить даты. А я ленивый человек, честно говоря. Прокрастинатор, да, как модно сейчас говорить. Вот. Так я вот даты не мог запомнить, ленился их запоминать. В то же время, когда я приходил к репетитору Елене Барановой, у меня было, я просто обожал манеру поведения этой женщины, этого учителя, учительницы моей. И я все ловил на лету. В конце концов, я решил, что все-таки НИАС это мое, и поступил с высшим баллом в педагогический университет на НИАС. Англійський. Потім, звісно, я познав, що таке КВН, і немного забросив учебу. Ну, про це ще поговоримо. Я чому питаю про педагогічний? Тобто, педагогом ти не хотів стати? Все ж таки, журналістика брала своє. Когда мать-педагог теж, в принципі, хочеш, не хочеш, а какие-то, ну, что-то от нее берешь. В принципе, манеру поведения какую-то, любовь к этой профессии. Я очень любил быть перед классом, показывать себя. И когда я потом был в университете, мои показательные уроки, когда сидит комиссия и вот смотрит, как же я провел урок. Там, харизма. Да, были хороши, потому что я там ролевые игры какие-то выступал перед всеми. Но по методике, ну какой я учитель, ну что вы. Но сейчас я тоже, кстати, медиатренер, поэтому тут я наконец-то нашел своему преподаванию, любви к преподавательству. Ну и підхід викладання саме. Тому що да, в тебе досить таки, ну, великий досвід журналістський. Мабуть, ти більш про це розповідаєш, а не про теорію якусь, так? Ну, не тільки журналістика, а й совети молодим політикам, на самом деле. Медіатехнології, так далі, вони дуже зв'язані між собою. Попередні місця роботи. Телеканали «Інтер», редактор, ICTV, ведучий, актор, автор, редактор, 1+1 ведучий, національні інформаційні системи, також ведучий ТРК «Україна», обласне суспільне телебачення. Де працювалось найкомфортніше? Цікавий вопрос. Де мені було комфортніше всього? Ну так, да, мабуть, К1. Мені нравилось дуже працювати в парі з Олею Грицик, дуже. Мне было комфортно на областном телевидении, потому что это была реализация того, чего ты хотел на самом деле. А где еще комфортно? Я не скажу, что... На ТРК «Украина» было комфортно, когда мы делали сериал политический на «Доторкане». Это была, наверное, самая лучшая работа в юмористическом плане, которую я знал. Вот это вот три места, где мне было комфортно. Вот оскільки мы говорим саме про журналистский напрям, так, твоего життя, де була найвища винагорода за твою роботу? Ну, понятное дело, что это Запорожье, это региональная телекомпания. Там все мои телетриумфы, в принципе, собраны. Я шел к этой награде, очень хотел ее, честно, потому что, несмотря на то, что я еще и ленивый, я еще и тщеславный. Так что вот я хотел добиться. Все лучшее в тебе просто. Ну, я сторонник того, что, в принципе, мы все такие. Мы и тщеславные, и ленивые, и так далее. И делать из себя какого-то героя, что я там супер-пупер. Да нет, я такой же обычный человек, как и все, с такими же желаниями, как и у всех. И я хотел добиться чего-то. Я считаю, что я добился чего-то. Когда мы получили Сергеем Мамаевым телетриумф за лучшую региональную информационно-аналитическую программу, это был 2015 год. Так. И в 2018 году я получил свой личный телетриумф как телеведущий информационной программы «Регион». Вот это, наверное, наивысшее. А чему для тебя настолько важлива винагорода саме? Ну, это психологический какой-то... Мотивує? Да, это, конечно, мотивирует. Причем мотивирует очень, когда выигрывает проект,
а не ты лично. Потому что если ты выигрываешь лично в этом проекте, то это как-то смотрится неправильно, нехорошо. Вот когда проект – это большая гордость. Это ты что-то сделал. Это как разница между лестью и комплиментом. Когда лесть, вот ты такая красивая, или вот ты такой умный и так далее. А комплимент – это такое за действие. Вот ты молодец. За работу. Да, за действие, за какой-то поступок, за работу действительно. И вот я люблю больше компліменти, чим лесть. А от зараз є майбутнє в обласного регіонального телебачення? От на прикладі наших місцевих каналів. Це не реклама, це дійсно, от я хочу об'єктивно про це поговорити. Яке майбутнє в наших каналів? Чи дивляться зараз телебачення? Как вам сказать, ребята, смотрят или нет? Ну, судя по той социологии, которую я видел от группы «Социс» и «Рейтинг», региональные каналы смотрят больше, чем центральные, и доверяют им больше, чем центральным, потому что люди видят себя, прежде всего, на местных каналах. В Кировоградской области довольно долго было белое пятно, было одно областное телевидение и местечковое, там, КТМ, был «Контакт ЛТД» в Александрии, например. В Светловодске «Веселка», в Знаменке вообще. В 2010 году там еще было телевидение, эта история. Мы приехали туда, там люди, которые на энтузиазме занимались этим телевидением с двумя камерами, с какой-то зеленым простирателем, какими-то непонятными столами, на нас с надеждой смотрят, вот, приехали, сейчас нас спасут. И у нас было желание спасти, но, блин, зачем спасать? Не было объяснения. Это же главный телевизионный вопрос. Зачем? Если есть ответ, то да, ты можешь то или иное делать. Если нет ответа на вопрос «зачем», то зачем это делать? И вот для Знаменки наступил период, когда зачем это делать? Хотя я за то, чтобы в каждом районе было бы свое телевидение. Но, опять же, зачем? А в Кропивницком? В Кропивницком? А что в Кропивницком? Ну, то, что, например, в Суспільним происходит, ну, в бывшем государственном, нас не устраивало, потому что я, например, шел в команде с Сергеем Мамаевым и с Романом Выборновским, как соперник Зураба Лосаня, и у нас совершенно другой был взгляд на и реформу, и подход, и так далее. Мы знали, что Зураб Лосаня, ну, для нас он не является тем менеджером успешным, который вывел бы Суспільне телевидение. Кто его знает, как мы бы его вывели? Но вот мы не были уверены в Зурабе Лосане, и все подтверждается. Как бы 6 лет реформы в никуда. Нет реформы. Это как у нас и медреформы, в конце концов, не оказалось. Полиция у нас, реформа тоже заглохла. Так же и с телевидением. Но хорошо было бы, чтобы региональных телекомпаний было больше. Потому что это свобода слова, это конкуренция, а конкуренция – это всегда качество. И мне не хватает телевидения в Кировоградской области, как и в других регионах на самом деле. Ну, в Одессе, конечно, в Одессе телевидения много. Там, там почти это больше, чем 10 каналов. Но там каждый политик, в принципе, там Леша Гончаренко, еще кто-то вкладывается в это. А здесь, ну вот, есть «Витер», прекрасно, что он есть. Слава Богу, что есть «Витер». А есть «Суспільне», слава Богу, что есть «Суспільне». Если не ошибаюсь, там КТМ еще остался в Александрии, про «Веселку» я уже не знаю, и все. И все. А люди себя очень часто не видят, на самом деле, в кадре. Никто не рассказывает о них. Хочу поговорити з тобою про дуже дивну ситуацію. Наскільки я знаю, ти створив колись фейкову новину, да. Про те, що наша українська валюта є найгарнішою в світі, і це навіть підхопило дуже багато ЗМІ. Это была шикарная история. Навіть не в Украине. Шикарная история, когда я думал, что фейки... Как так вышло? Я думал, что фейки – это юмор, это смешно и так далее. Сейчас я уже немножечко в шоке от того, что происходит. Это, если касается украинской гривны, это был 2008 год, это было шоу «Украинцы офигенные». Мы делали новости с Максимом Бахматовым и Иваном Шишманом для того, чтобы популяризировать это шоу «Украинцы офигенные». И мы писали фейковые новости, как бы шутка, и они выставлялись на сайте ICTV в разделе «Юмор». Ну, выставили, да и выставили, я там придумал эту новость про то, что гривна самая красивая. Ты уже и забыл про це, мабуть, тоді, так? Нет, я гордился, потому что я старался придумать эту фейковую новость. Я посмотрел, что в интернете мне что сподвигло сделать. Заходишь в интернет тогда, а там постоянно какие-то хит-парады. Лучшая машина 2018 года. Самая, ой, там, 8-го. Лучшая красивая девушка, там, лучший диван и так далее. Да, ну, валют тоже может быть лучше. И себе там создал какой-то там хит-парад.
на первом украинская гривна, на втором там американский доллар, болгарский лев, евро и еще что-нибудь там, или австралийский, или что-то. Все это написал, выкинул это все, причем завуалировал, что это финансисты, банкиры из Международного финансового валютного какого-то банка. Ну, в общем, там было несколько крючков, и забыли мы, месяц прошел. Потом я смотрю «Один плюс один», Леша Лихман почему-то в ТСН Тыждень рассказывает, что украинская гривна становится самой красивой валютой в мире. И я вот как стал, так и сел, потому что, блин, думаю, угадал. Вот это бывает, вот это бывает. А потом смотрю, он же пересказывает мою новость. Я думаю, блин, так это невозможно. Звоню Мамаеву, а Мамаев работал тогда на Интере. Я говорю, вы хоть не дали? Ні, мы же не дурачки, мы все понимаем. А после этого были еще фейки? Да, с моей стороны, нет, этого хватило этой новости на самом деле. Потому что в 2008 году разнеслось везде. Если сайт Национального банка Украины выставляет эту новость как свершившуюся, я... И он таким образом... Это слава, это популярность была, а нифига, Андрей. Вот Иван Шишман тут сказал, что, Андрюха, ты не боишься на самом деле, потому что мы легализировали ложь. И получилось, что если уж сайт НБУ выставил, значит, типа, это все правда. И повелись многие телеканалы и так далее. В 2008 году вышла статья потом с разоблачением, что, блин, это же мы придумали, это украинцы офигенные. Посмотрите первоисточник где. Это раздел «Юмор» на сайте ICTV. А многие редакторы, ага, сайт ICTV, значит, это новости. И все. Так яка все ж таки найгарніша валюта в світі? А я знаю. Какая там самая... Евро и побільше, так? Ну, да и доллары неплохие. Так вот, потом эта история поднималась в 2011 году, в 2013, в 2018 я еще видел отголоски и так далее. Ну, то есть, редакторы на телекомпаниях уходили через 5 лет, ну, потому что так бывает. Через 5 лет надо менять как-то образ жизни и работу. И приходили новые молодые, они тоже велись на эту прекрасную новость, что украинская валюта самая красивая. Мало того, сейчас я сотрудничаю с проектом «По той бік новин». Это проверка фейков и так далее, факт-чекинг. И мы как-то в переписке говорим, что типа, ну я пишу, помните про украинскую валюту? Ну да, конечно, нам это преподают уже в университете. Я говорю, а кто автор? Ну, кстати, не говорят. Говорю, так это я. Боже, какой человек. З таким чоловіком пообщатися. Андрій, ні для кого не секрет, що ти один із найскандальніших журналістів в Кропивницькому, тому що, дивлячись твою передачу «Погляд», в якій ти дозволяєш собі, можливо, об'єктивно, можливо, для когось необ'єктивно, говорити і про прізвище, і про події в нашому місті. Як ти вважаєш, це впливає на твою репутацію? Чи хороший це вопрос. Більше впливає на репутацію тих людей, про хороший яких ти вопрос. Говориш? На мою репутацію, ну, я на самом деле там каких-то граней не перехожу, это раз. Во-вторых, это же не журналістика. Ну, совершенно это не журналістика. Это блогерство чистой воды. В моей программе нет стандартов, честно говоря. И это абсолютно субъективная программа и не объективная. Это моя точка зрения, личная. Субъективная до нельзя. И то, что я говорю, я имею право на эту точку зрения. Вот имею право, как и другие. Кто-то может сделать антиблог против Богдановича. Там, например, Степан Кириллович Цапюк может это себе позволить. А не просто звонить мне по телефону и называть пи***цем. Ну, такое было. А погрожували? Ну, вот напрямую... Так, было дело, это было... Ой, это было 2011 год. Мне тогда... погрожували, значит, если не ошибаюсь, глава СБУ в Кировоградской области и глава налоговой инспекции. Потому что мы после «Триумфа», помните, был Майдан и тому подобное, пошли в ресторан «Джунгли» как-то посидеть. Если не ошибаюсь, это был Антон Лирник, ведущий тогда этого. И мы сидели себе за столом, просто, как сказать, никого не трогали. Рядом сидели эти ребята, отдыхали, я так понимаю. Потом это все... Почему-то вылилось, ну, видимо, они выпили, решили со мной так поговорить и угрожать, типа, мы тебе сделаем как Гангадзе и тому подобное. Я ничего лучше не придумал, как говорить в камеры, ребята, вы слышали это? Ну, на следующее утро это был прекрасный поход в Кировоградскую облгосадминистрацию на аппаратку, там, к губернатору. Все, конечно, улыбались, и, типа, да, наслышаны. Кто финансует «Погляд»? Я надеюсь, что люди будут финансировать «Погляд», а мне, вот, честно говоря, устал уже делать Чому? Его бесплатно. Потому что я смотрю... В плане безкоштовно. Да, потому что я смотрю на донаты Скрипина, например, которым я очень завидую. И он из этого сделал бизнес, а я как дурачок, на самом деле.
Незабаром місцеві вибори. Вже б домовився б з кимось. До речі, поки не відповів. Ну, можливо, чорний піар. Ти таким займаєшся? А що таке чорний піар? Ну, ти ж маєш право суб'єктивне. Да, право да, говорити про людей, прізвище в поганому ракурсі. В своєму, як думаю, чому? Ну, може, для кого-то це плохо, для кого-то хорошо. На самом деле. Мне интересно, вот, если не ошибаюсь, местный блогер Максим Громадська Рада. Не Світайлов? Да, вот не блог, не Світайлов, рекламу да, 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 зробимо. Да. Вот он пытается там тоже донаты собирать. Я еще, честно говоря, не... Ну, я расту и попробую на донатах это все делать. Вот, потому что изначально я же не верил, что это может быть популярно. Моих просмотров было... Да и сейчас в Ютубе, если зайти на мою страницу, там немного просмотров, до 100 максимум. Другое дело в Фейсбуке. В Фейсбуке это сначала, так, первый год, например, смотрело там сначала 100 человек, потом 500 человек. Сейчас я смотрю, это тысячи. И вот тут я уже задумываюсь, что, блин, а это может действительно зарабатывать. Но раньше, скорее, это был имиджевый проект. Вот тогда да. Потому что благодаря погляду я получил работу в некоторых других местах, например, как телеведущий, например. Телетріумф. Да. Ми вже про це трішечки поговорили, але все ж, що далі? Чого ти далі хочеш? Яких нагород, відзнак? Можливо, є якісь проекти, за які б ти хотів визнання? Я би, може, ще посоревнувався за якийсь один телетріумф, якщо б этот приз розігрувався як-то. Ця церемонія опять ожила, тому що два роки вже... Такое впечатление, що я забрав останній телетріумф. Тем более, те, кто победил, потом становятся автоматически практически академиками телевизионной ассоциации. Например, я как академик могу теперь судить. Вот. Себя не могу, а других, конечно, могу. Вот поэтому я не знаю, какое будущее у этой премии. Ну, какие еще? Я бы хотел в свои годы уже, честно говоря, немного уйти от тележурналистики, такой новостной или аналитической, и перейти в какую-то полезную более, то есть познавательную жизнь. Меня очень тянет истории к каким-то путешествиям, опять же, к интересным рассказам, к рассказам историй о людях, о мире и так далее. Ну, історія подорожі – це добре, але ж всі ми розуміємо, що політика, наприклад, інформаційна та ж політика, вона приносить більше грошей, мабуть. Ну, і зависимості, понятне діло. Залежності. Окрім журналістики, акторська діяльність. Як тебе занесло взагалі в кіно? Не, в кіно КВН, опять же КВН. Все благодаря КВНу, слава Богу, що я займався їм 15 років, і він дав мені толчок для всього. Це було в 2004... Нет, це було... Да нет, 2000... Нет. Подождите. Местне кіно ми знімали ще в 90-х. Ну, звісно, воно було таке. Ну от дивись, невипадкові зустрічі, «Брат за брата 3», «Стань мною», «Маршрут милосердя», «Єфросіння», «Недоторкані», про які ми вже говорили, і так далі. Досить багато ти знімався? Та це ж все епізодичні ролі. Ну, але ж все одно. Ну, так, да, було діло. В основному це в зйомки з 2004 по 2015, десь 16-й года. Ну, пока был в Киеве, то снимался активно. Пока был до Кировограда, например. Потом это немножко пошло на спад, потому что нет физического присутствия в этом городе. Я не могу просто проснулся. А вот есть такая роль, давай на просмотр. Сложно было ездить. Но так как-то благодаря КВН у вас. А хочется какую-то роль еще сыграть? Не знаю. Вот меня больше интересует все-таки телевидение, блогерство и так далее. Вот здесь я хотел бы развиваться и вот познавательные какие-то проекты полезные. Ну, я очень люблю и телеканал History, и Discovery, и National Geographic. Вот туда. Этого очень не хватает в Украине просто. Потому что у нас постоянно какие-то пропагандистские каналы. Я не могу их назвать информационными. Там ни 112, ни Ньюзван, ни ЗИК. Это все пропаганда. Да и информация не подается, но это ужасно просто-напросто. У нас подход почему-то в украинском телевидении, когда мы опускаемся к зрителю, к которому телеканалы стремятся. А это очень часто, никого не хочу обидеть, но вот такая вот, это домохозяйки там 45+, или там 40+, или 30+, и так далее.
дай бог, чтобы с высшим образованием, а так обычно среднее образование, так со средним доходом и так далее. То есть получается такая жизнечка, яка, в принципе, ничего не хочет. Он будет сидеть, ничего не... А телевидение, как нас и учили ребята из Британии, должно подтягивать к себе. Чуть-чуть выше был зритель и подтягивать, давать знания аудитории. Вот это я люблю. И я тоже хотел бы поделиться своими знаниями там, в истории, своим кругозором и так далее, путешествия и так далее, рассказать что-то интересное. Развивать нужно аудиторию, а не давать им то, что они там хотят. И навязывать думку. Тем более. Вот это надо научить народ, аудиторию думать, критически воспринимать всю информацию. Потому что фейков сейчас не то, что у нас все фейковое практически. Но народ верит. Вот верит. Андрей Богданович привлекателен, интеллигентен и одновременно остроумный шутник. Да, это именно он, ведущий и один из главных актеров проекта «Украинцы офигенные». Что это за проект? Что это за нотация такая? Кто комплименты. Это такое пишет? Знаешь, «Украинцы офигенные»? Так. Макс Бахматов после развала комедии в Comedy Club Ukraine, он занялся этим проектом, пригласил... Ты был резидентом. Один. Комеди-клаба? Так, да, так. Был резидентом, но в каком плане? Я был скорее автором. Помню, как сейчас, еще до того, как создался дуэт имени Чехова, Антон Лирник, который пришел ко мне и говорил, блин, Андрюха, давай заниматься вот комеди. Но я воротил носом, ах, что вы, у меня была работа тогда в UMC, в мобильной связи, да вы что, и так далее. Ну, Антон развернулся, взял к себе в партнеры Молочного. Жалел ли я? Ну, наверное, жалел потом. Но главное, что так, как есть, так и слава богу. Вот, потом Макс Бахматов пригласил меня как автора в комедии. Я был автором у Макса Бахматова для монологов его. Я был автором у дуэта имени Чехова некоторые номера мои. Потом я был у Жоры, дядя Жора, есть такой шоумен. У дуэта Бурым и как Лось. Да, вот. Уже немного запамятовал. И даже несколько шуток там Притули написал и так далее. Ну, то есть, мы же авторским коллективом работали для всех, в принципе. Поэтому... А после этого я ушел на К1 в информационку, как я и рассказывал. С информационки развлекательной. Вот, побыл телеведущим, и после телеведущего Макс меня опять пригласил, как бы, давай будешь ведущим только уже юмористического проекта. Я говорю, давай, кого возьмем? Еще и давай Бирчу возьмем. Давай вот сейчас популярный там бампер. СУС, харьковские ребята, которые сейчас работают в квартале. И вот мы создали такой коллектив, который просуществовал там, ну, я в этом коллективе был полгода, а ребята где-то год-полтора. А что за работа в UMC? Ты загадал? Самое простое, когда приезжаешь в Киев и остаешься без работы после школы новостей, потому что зарплата журналиста тогда в 2000 год составляла там $100, например. И когда нет работы, то ты идешь работать представителем информационного центра, когда сидишь на телефоне с такой гарнитурой и отвечаешь на звонки абонентов. Очень вежливо отвечаешь, для этого проходишь обучение. Понимаешь, что технологии мобильной связи, где я был, боже мой, ну... То есть, где я, где техника, это я гуманитарий полный. Так вот, я был представителем информационного центра номер 121, разговаривал с абонентами. Сначала робко, сначала там доллар в час получал, поэтому пахали по 13,5 часов на телефоне. А потом попал в штат, и у меня была зарплата в $300. А $300 для 2002 года, например, с бесплатным телефоном, с карточкой, с городским номером, куда угодно звони. Жили бедно, хватит. Чувствовал себя шикарно, потому что в 2004 году я могу себе позволить купить за одну зарплату стиральную машину. А это нифига себе тогда было. Вот. И я проработал в UMC 5 лет, за что я тоже благодарен этой компании. К сожалению, она сейчас тоже не UMC уже раньше, как раньше. Но я благодарен. Опыт ведения переговоров я там получил. КВН в твоєму житті відіграв дуже важливу роль, да. Наскільки я зрозуміла, тому що, скажімо так, саме він дав поштовх в багатьох напрямках твого життя. Як ти згадуєш той період? Які люди поруч з тобою були? І що найголовніше ти з нього отримав? Я так повірив в КВН, тому що в КВН я знайшов ту дружбу, якої в мене не було в личній житті і так далі. Это был 92-й год, когда Юра Смирнов
пригласил еще меня, 16-летнего, господи, в КВН поиграть. А я был уже наслышан, потому что мама работала в педуниверситете, между прочим, и ходила на выступление какой-то офигительной команды «Скиф». Для меня это было, боже мой, какая-то... Они же там приехали, если не ошибаюсь, город Бельце был, и кого-то у молдавской какой-то команды выиграли, или украинской, стали чемпионами Украины и так далее, как они рассказывали. Вот. И я этим загорелся, потому что, ну вот, я тоже могу копировать Горбачева, например, тогда. Сейчас уже, наверное, не смогу. Не помню. Вот. И в 92-м году меня пригласили, я копировал в Горбачева, мы первый раз поехали в Черкассы, заняли 11-е место, уже придумали шутку, что мы дома расскажем, что взяли два первых и так далее. Но запомнились тогда. Я почувствовал, что да, это мое. И вот... Потом появились друзья, появился Антон Лерняк, Игорь Бирчев, Костя Пахомчук, Леша Чемерис, Андрей Бондарь, Рома Махин, да так можно, Вадим Мурованный, в общем, можно перечислять тут полгорода, полцентра, это Руслан Солер, ну, вот очень много людей появилось около КВН, они стали друзьями, потом, в чем наша беда кировоградского КВН, что вот это вот ощущение дружбы, оно не переросло в ощущение бизнеса, как в «Квартале», например. И у нас это все... Ну, залишилась дружба. А вот нет, мы почувствовали, что каждый из нас, в принципе, может и сам быть личностью каком-то или проектом. Особенно это чувствовали сразу и Лерник, и Бирча, например. И они-то и стартовали раньше, как сами, как проекты самостоятельные. А мы еще верили, то есть я, например, я еще верил в дружбу, что все это такое вот все веселое, самодеятельность. Мы же один за одного. Но нет, я был неправ. Команда потом распалась, понятное дело, и каждый себе придумал свою деятельность. Я с этим опоздал, и поэтому немножко позже начал самореализовываться. Зараз ты задоволений тим, що ти маєш зараз? В робочому плані, я маю на увазі. Тоже хороший вопрос. Вот хороший вопрос, да. Я... Нет, наверное. А чого хочеться? Уже столько лет мне, что мне хотелось бы заниматься тем, чем мне хочется. Не тем, что мне предлагают там, быть телеведущим на одном канале, на втором. Вот я начал «Погляд», он был имиджем и тому подобное. А теперь я думаю, блин, так это же можно расширить, это же можно капитализировать на самом деле. Каким образом? Возможно, я еще не знаю на самом деле. Я попробую. Но я вижу, что иногда мой контент... Кому-то заходишь, значит, я кому-то интересен. Значит, это надо пробовать и заниматься. Если ты устал от телевидения, значит, надо идти в кино. Значит, надо все бросать и идти. Потому что ждать чего-то у тебя времени уже нет на самом деле. Это можно в 20 там говорить, да, боже, я тут поработаю еще 10 лет. Или в 30, или в 35. В 40-45 ты уже понимаешь, что надо или сейчас, или уже все. Уже нема коли чекати. Ну да, поэтому... Страха нет, надо просто брать и делать. Андрій Богданович встановив новий рекорд України, випив пів літри пива за майже 3 секунди. Що це було взагалі? Молодой дурак, что это было. Ну как? Тогда было весело пить пиво на скорость. Это было дело. Это был 2000... От да, для национального рекорда реестра это был 2011, по-моему, год. Ты поспорив с кем-то? Да нет, я ни с кем не спорил. Просто... Просто все... я люблю пиво, так? Да, я бы не сказал, что я так прямо люблю пиво, что люблю его пить много и так далее. Да... Это молодая какая-то дурость, в конце концов, была. Опять же, КВН. Я помню первый раз, когда я выпил пиво на скорости, выиграл приз и ящик пива. Это было еще, когда «Империя С» у нас в Кировограде была. Это было на площади тогда еще имени Кирова. По-моему, 98-й год я выпил пиво на скорости, выиграл конкурс. И понял, что, блин, я же могу в других конкурсах тоже участвовать. Потом я выиграл в Киеве конкурс «Рогань» или «Рогань», как правильно. Угу. А потом, вот, потом в Ялте мы ездили на гастроли, я пил на скорость, выигрывал. Потом Назар Житкевич, который работал тогда на канале «Новый», который познакомил меня с Национальным реестром рекордов Украины, пригласил меня, типа, поставь рекорд в живом эфире. Прямом. Мы запишем. Говорю, да без проблем. Говорю, дайте мне сначала один стакан для пробы. Я всегда так делал, пробовал как бы это пиво, его плотность и так далее. Обычно два глотка делаешь, все, ты выпиваешь в бокал. Особенно пластиковый, когда можно сжать, и быстрее пиво пойдет.
развешки и тайны, да, бывают. А потом дали мне бокал, я выпил за 2,3, по-моему, секунды. И что самое интересное, это не рекорд Украины. Потому что на Таврийских играх люди каким-то образом физиологическим заталкивают кадык и просто вливают в себя стакан за одну секунду. Боже, як добре, що я не вживаю пиво. Я больше так не делаю, на самом деле. Потому что на каком-то этапе ты понимаешь, что, блин, это дурость. Але я знаю, что ты любишь виски. Уже нет. Потому что там сахара много на самом деле. Опять же, уже задумываешься о здоровье и так далее. Я бы выбрал вино, например. Белое сухое или красное сухое, в зависимости от того. Вообще морепродукты белое сухое. Отличный вариант. Зараз ты одружений? Да. До цього. Це перший шлюб твій? Нет, это второе. Вторая моя супружеская жизнь. А давай трішечки про перший шлюб. Як він розпочинався і чому завершився? Не готов говорить. Это личное. Приймаю. Тоді про другий. Тоді про другий. Даша Романська, відома так, журналістка в нас, телеведуча. Твоя кохана. Да. Ви, в принципі, довго працювали разом. Перш ніж у вас зав'язався роман, скажімо, так? Ну, так. Да, ми понравились друг другу. Я запам'ятав її очі і как бы, не змог відірватися. Ну, вона, в принципі, дуже гарна жінка. Я не розумію, чому раніше ти не помітив очі ці великі. Ну, от, як тільки я її побачив, я зрозумів, що я влюбився по уші. А як ти признався в коханні, пам'ятаєш? Я, ну, да нет. На самом деле, нет, не помню. А освічився як? Такие вопросы, которые, ну, как-то... Вот не было такого момента, что вот я становлюсь на колено и говорю, что вот я люблю, или выходи за меня замуж, и тому подобное. Нет, не было такого. Это как-то дружеский, партнерский как-то. Потому что мы воспринимаем себя друг друга не как... женщину, мужчину любимых, скорее как проекты, как партнерство. Ну, зараз ваші відносини, вони комфортні, злагоджені. Да, да. Вам добре разом. Да. Ви багато подорожуєте, я знаю. Да. До речі, у мене таке запитання. Який Андрій Богданович в сексі? Надо пересмотреть все программы эксклюзива, и всем такие вопросы задают. Или не всем, какой я в сексе? Але были такие запитания. Господи, какой я в сексе? Надеюсь, что комфортный. Вот, треба запитати у Даші. Просто непросто все. Да, с одной стороны, я понимаю, что о таких вещах уже можно свободно говорить, и тогда мы не в Советском Союзе живем, и я не могу сказать, что секса нет. Да, секс есть, конечно, потому что это часть нашей жизни. Но оценивать себя в сексе я не могу, потому что, ну, блин, как-то это все, опять же, субъективно, как погляд. Добре. Що для тебе в житті значить Дар'я Романська? Це інтимний питання, на самом деле. Я називаю її сонце. От і весь відповідь. Про подорожі вже будемо завершувати. Так, про те, що змінює твою картинку, те, що тебе вражає, те, від чого ти кайфуєш. Угу. Де ти був, де ти хочеш побувати після карантину, от одразу, куди ви з Дашою одразу... полетите, поїдете. Я не знаю, куди я полечу, на самом деле, потому что есть много мест, которые я хотел бы попасть. Я хотел бы вернуться на Канарские острова очень. Я, наверное, впервые попал в то место, где мне очень комфортно было. Это поселок Эль-Медена. Это не сказать, что курортный городок, потому там пляжи есть, но очень большой ветер. Это рай для кайтеров, так называемых, которые там с помощью парашюта катаются на досках и так далее. Там рядом классная гора Монтан-Роха, Красная гора. Но там настолько комфортно. Во-первых, там дешево. Там какие-то смешные цены, когда бутылка вина прекрасного испанского, там евро 2, по сравнению с нашим, это совершенно другие цены. Морепродукты, которые, ну, это
ты понимаешь, что мы как-то неправильно живем тут внутри Украины. Что-то не так экономически, что-то происходит. И люди, у них нет собак на улицах бродячих, потому что все собаки разобраны. Все собаки самые, ну, самые бродячие собаки, они с кем-то, с хозяином и очень преданы. Это очень смешно смотрится с одной стороны, потому что собаки безалаберные, смешные и так далее. Но они все с хозяевами. Это как в Турции, когда едешь, экскурсовод говорит, у нас нет сирот, у нас нет детских домов, потому что всех детей разбирают. Это какие-то подходы, где ты для Украины очень важные. То же самое не должно і у нас бути. Ніяких бродячих собак, ні дітей сірот і так далі. Ми ще над цим працюємо, можна сказати. Да, ми всі над цим працюємо, тільки ніяк не можемо виробити. У нас немає свого Ілона Маска, щоб нормальне общество построїти, тому що думати о будущем і о людях. А де я був? Я був практично, практично везде. Во многих странах Європи. В Іспанії, во Франції, в Чехії, в Австрії, в Італії. Італія, звісно, хороша, дуже жалко, що коронавірус. Карантин, мы хотели поехать в Венецию. И так не поехали, потому что все полеты были отменены. И вот до сих пор у меня есть сертификат от Air France, куда я должен полететь. Я еще не знаю, но должен его использоваться на протяжении полугода. Не знаю, куда я полечу. Не хочется в Эмираты, вот не хочется. Было я в Египте, тоже не хочется. В Турцию обычно уже банально. Возможно, хотелось бы в Великобританию или же в Соединенные Штаты Америки полететь. Это интересно. В Исландию интересно полететь. Куда бы еще так интересно в Европе попасть? Наверное, куда-то во Францию, где-то на побережье, только вот где-то туда ближе к Великобритании. Але в цьому році буде Україна, я так думаю. В этом году будет работа, на самом деле. Выборы. Из-за работы, наверное, выборы, потому что телекомпании это работают. Выборы – это же хорошо для телекомпании, появляются хоть какие-то деньги. Да, поэтому выборы, придется работать. Андрій, нехай це буде банальне запитання, але про що мрієш? Я все еще мечтаю самореализоваться. Я мечтаю о том, чтобы сделать такой проект, или документальный фильм, или художественный фильм, или свою телепрограмму, которой бы я гордился. Я еще, на самом деле, не горжусь ничем, что я сделал. Ничего особого, на самом деле. Это все скорее на таланте, чем на моих каких-то рабочих достижениях и так далее. Вот хотелось бы сделать продукт, чтобы мог гордиться. Вот. Написать книгу, например, какую-то, снять фильм и так далее. Блиц, готовый? Давай. После таких вопросов уже ничего не страшно. Улюблене все ж таки віскі, тому що я... Ну, ладно, давай. Якщо це любимі два види, це Джемсон або Теламордіо, ірландські. Улюблений бар у Києві? Бармен Диктат. У Кропивницькому? Черчилль був, у всякому випадку. Тушені кабачки, що може бути краще? Я вже десь тоді говорила про це? Ні. Подождите, это Ростислав Заяц дал. Нет? Ну ладно. Да, я не люблю тушеные кабачки, вот просто до отвращения. Это история со школы, когда нам давали почему-то картошка с тушеными кабачками, и меня просто, я не приношу эту историю. Улюбленный фильм, что порадишь зараз подивитись? А я не знаю, у меня столько много любимых фильмов. Быстро-быстро надо вспомнить какой-то фильм. Я недавно советовал посмотреть «Начало», пускай это будет «Начало». Это хороший фильм. Улюбленный аксессуар в одязи? Я знаю, что это. Это шотландская юбка. У меня есть полностью набор шотландский. Вот. И мне нравится это. Часто одягаешь? Я надевал юбку два раза в жизни. А що це були за заходи? Це був креатив на телекомпанії ТВ5. Телекомпанія ТВ, благодаря, там, під Новий рік, якщо не ошибаюсь. Це була годовщина ТВ5. І другий раз щось подобне, на самом деле. Коли я покупав, я думав, що буду надівати його кожен день Святого Патріка, наприклад, йти в бар і тому подобне, але оказалось, не оказалось. Лірник чи бірча? Лірник. Лірник чи мурований? Мурований. Мурований чи Богданович? Ах ти, йолки-палки. Богданович, треба сюди в себе вибирати. Ти зараз щасливий від того, що ти маєш? Моє стандартне завершуюче запитання.
Не до конца. Чому? І що тобі потрібно, окрім робочих факторів, щоб ти був щасливий? Ну, это вопрос, опять же, к личной жизни, но те, которые я не ответил, на самом деле. Мне нечего ответить, на самом деле. Я знаю, что мне мешает быть счастливым. Я не могу этим поделиться, на самом деле, потому что это глубоко моя психологическая травма и проблема. Но нічого, я працюю над собою, значить, все вийде. Я дуже вдячна, що ти завітав, скільки ми тебе запрошували. Дякую. Це все карантин, тому що. Найголовніше, щоб все було в балансі. І тут, і навколо тебе. Так. Да. Дякую. Дякуємо вам за те, що ви з нами. До нових зустрічей.